Начинаются работы с полом. Сначала по всей площади раскатывается тепло- и шумоизоляция. Это техническая пробка толщиной 4 мм. Сверху укладывается голландская однополосная паркетная доска. Соединяются плашки легко и быстро при помощи надежных механических замков. Выбранный декоратором дизайн называется «Ясень Арктик». Он отбелен маслом, и получилась очень интересная фактура дерева, она проявилась. Да, и очень красивый рисунок и цвет. Ну, никакого лака, как ты уже сказала, а именно вот масло, да, колированное масло с белым таким вот оттенком. Да, и этот цвет, он присутствует и в джуте, и в шкафах наших, и мягкая мебель будет где-то в таких оттенках.